Друзья, всем привет, меня зовут Тихон, вы на моем канале, и сегодня у нас снова рецепт шашлыка. Приготовим шашлык по-грузински. Друзья, прежде чем мы начнем, хочу посоветовать вам канал «Кулинарные маски шоу» с действительно хорошими рецептами. Еще год назад я был маленьким и совсем незаметным блогером, поэтому я не понаслышке знаю, как тяжело начинающим каналам найти свою первую аудиторию, даже если ты делаешь качественный контент. На канале «Кулинарные маски шоу» большое количество простых и понятных рецептов из мяса, птицы, бургеры, закуски и салаты. А главное, понятная и аппетитная подача, после которой хочется взять и начать готовить. Переходите на канал по ссылке в описании, подписывайтесь и оставляйте в комментариях «Привет от Тихона». Давайте вместе поможем и поддержим хороший и вкусный канал. Я уже подписался. Во время нашего путешествия по Грузии мы очень много попробовали шашлыка. Где-то он был вкусный, где-то не очень, но самый вкусный, самый невероятный шашлык мы попробовали в последние дни нашего пребывания в городе Батуми. Когда мы спросили, что это за шашлык, нам сказали, что он в гранатовом соке. Поэтому сегодня такой шашлык мы с вами и приготовим. Смотрите, у меня здесь 2 килограмма замечательной говяжьей лопатки. И нарезаем ее кусками, подходящими для шашлыка. То есть небольшими кубиками. Вот так. В качестве основных специй для нашего мяса я буду, как всегда, использовать соль, перец и добавлю чуточку кориандра. Поверьте, будет очень вкусно. Возьмем перец горошком, немного кориандра и соль. И хорошенько это дело измельчаем. Вот так. И буквально парочка луковиц для придания хорошего лукового аромата нашему мясу. Добавляем к нашему мясу и специи. И теперь все хорошо перемешать. И тут у меня 2 замечательных граненых стакана с гранатовым соком. Вчера я купил просто восхитительные гранаты на рынке. Посмотрите, какие. И выдавил из них сок, который привез с собой. Это просто не гранат, это сказка какая-то. Смотрите. Красота. И теперь вливаем сюда гранатовый сок. И еще раз хорошенько перемешиваем. У нас начинается ливень. В таком состоянии маринуем мясо не менее 3 часов, а потом отправляемся жарить. Я прячусь от дождя, увидимся с вами позже. Ну что, друзья, нам удалось победить плохую погоду, 4 часа маринования, и мы надеваем наше мясо на шампуры. Поверьте, сейчас оно в той самой кондиции. Берем наши кусочки, тут все как обычно. Убираем лишний лук. Фантастика! И теперь для того, чтобы запечатать все вкусы маринада в нашем мясе, мы слегка сбрызгиваем его растительным маслом. Буквально чуть-чуть. Отправляемся жарить. Выкладываем на хорошие угли. Ну что, друзья, ох, этот запах шашлыка, жареного мяса. Давайте пробовать. Ну и, конечно же, такой шашлык нужно попробовать.
фантастика. Ну и как я обещал некоторым, друзья, у меня в руках бокал. Давайте выпьем за то, чтобы все ваши планы сбывались, погода вас не подводила, можно было бы заканчивать вовремя. С вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте ваши лайки. До скорых встреч. Пока. Красота.